Всем привет, это спортмарафон и обзор на дорожные сумки от бренда Eagle Creek Caldera 4 Wheeled 170 литров. Сумки очень похожи изнутри, поэтому рассматривать мы будем их на 70-литровом экземпляре. Конструкция выполнена из полиуретана. Сумка оснащена телескопической ручкой, которая имеет два положения и прячется также в эту конструкцию, благодаря чему она тоже очень хорошо защищена. Опа! Если даже в летнее время с вами случился такой поворот, это не помеха для хорошего путешествия. Вы легко зафиксируете верхнюю одежду на ручке данной сумки с помощью кип-коттера. Давайте посмотрим, что у данной сумки внутри. Внешний объем можно ужать с помощью специальных компрессионных ремней. Это очень удобно, если вы используете внутренний объем, не полностью. Основное отделение имеет внушительный объем, и сюда мы можем поместить большое количество вещей, которые могут нам пригодиться в течение недели или даже двух. Внутри вы найдете компрессионные ремни со специальными крыльями, которые помогут плотно и надежно зафиксировать вещи, чтобы они внутри не болтались. Давайте посмотрим, как это работает. Итак, мы собрали с вами вещи, необходимые нам для недельного путешествия, и зафиксировали их с помощью вот этих вот компрессионных ремней с крыльями сетчатыми, благодаря чему они совершенно не перемещаются у нас внутри сумки. На верхней крышке сумки мы находим сетчатый карман, в котором мы можем дополнительно разместить вещи, например, домашние, и отделить их таким образом от всех остальных вещей. Внешний карман создает дополнительный объем, куда вы можете также положить какие-то вещи. Возможно, вы везете подарки бабушке или забираете подарки от бабушки, которые нужно также отделить от всего остального объема. Внутри есть дополнительный сетчатый карман, который позволяет разместить здесь все мелочи. Снаружи у нас есть небольшой кармашек, который содержит в себе как раз фиксатор для верхней одежды и помещает в себе довольно большие вещи. Сюда можно положить документы, либо достаточно внушительный по объему планшет. Если вы собирались, но у вас остался лишний объем, то мы ужимаем внешний объем с помощью компрессионных ремней. Это делается за считанные секунды, но сокращает объем вашей сумки и позволяет ей занимать меньше места. В этой сумке ваши вещи максимально защищены от влаги и от нежелательных глаз. Во-первых, молнии здесь обладают полиуретановым покрытием, которое защищает как раз от дождя и от снега ваши вещи. Специальные отверстия в молнии позволяют зафиксировать их замками, одним или двумя по отдельности. Пуллеры оснащены специальными вставками, которые позволяют их использовать даже в перчатках, даже в холодное время года. Пуллеры на маленьком кармашке имеют резиновые вставки, но без специальной конструкции. И те, и другие пуллеры оснащены светоотражающими вставками, которые позволят вам с легкостью найти вещи даже при скудном освещении. Данная сумка оснащена четырьмя колесами, которые вращаются на 360 градусов, что облегчает перемещение вещей очень сильно. Колеса очень мощные, несмотря на то, что они обладают маленьким объемом, у них ярко выраженный протектор, который позволяет вам с легкостью использовать данную сумку даже на песке и даже на снегу. Сумка не будет пробуксовывать. Внутри колес вы найдете классические подшипники, которые используются в скейтах и роликовых коньках. Доступ к ним осуществляется с помощью шестигранник, то есть даже если срок подшипников уже подошел, вы сможете их самостоятельно с легкостью поменять. Колеса защищены полиуретановой конструкции. Сумка дополнительно оснащена двумя ручками. Одна находится сверху, другая располагается сбоку. И на нижней части в полиуретановой конструкции вы найдете вот такую вот выемку, которая позволит вам с легкостью поднимать сумку двумя руками. И так как мы уже с вами рассмотрели, данные сумки между собой отличаются только лишь объемом. То есть здесь у вас 70 литров, здесь у вас 100 литров. Эти сумки подойдут вам для продолжительных путешествий, чтобы вы могли взять с собой максимум вещей.
Выбирайте снаряжение правильно. Всем спортмарафон, всем пока!